На часах 9 утра. В это время мемориал в Завокзальном районе превращается в площадку для выгула животных, как бы прискорбно это ни звучало. Собаки чаще всего без поводка. Сейчас подошли, у вас уже не поводки. Вы только подсоединились. Такие беседы с хозяевами собак на улице – мера вынужденная. У нас участились, к сожалению, случаи покуса домашними животными, именно собаками, людей, и есть определенные нашумевшие дела. И вот на сегодняшний день мы людей, которые выгуливают, осуществляют выгул собак, мы им напоминаем о существовании краевого закона, который регламентирует как раз эту деятельность. Соответствовать такому регламенту надо обязательно, говорят и случайные прохожие. Я вообще за намордники, за цепочки и за то, чтобы вообще в городе были запрещены бойцовские породы и овчарки. Однозначно. Чтобы ходили в намордниках, обязательно на поводках. Потому что реально страшно. Особенно, когда большие эти собаки. Да. И гадят, это не дело. Дети ходят, люди пусть убирают. Все это штраф надо платить. Хозяева собак не спорят, с замечаниями большинство согласны. Я вот не вижу у вас ни каких-то приспособлений для уборки после него. Допустим, вот нагадила собака, как вы уберете? Шортами уберете. Иметь приспособление для уборки за своей собакой – лишь одно из правил. Их немного. Декоративных и охотничьих собак надо выгуливать на коротком поводке. Бойцовых и служебных – на поводке и обязательно в наморднике. Кстати, детям до 14 лет гулять с этими породами нельзя. При отсутствии специальной площадки выгул допускается на пустырях, но не в парках. Запрещено выгуливать собак людям в нетрезвом состоянии. Несоблюдение правил ведет к несчастным случаям, которых в этом году немало. В текущем году в органы внутренних дел города Сочи поступило 39 сообщений от граждан, которые пострадали от укусов собак. В таких случаях сотрудниками полиции проводится проверка, собирается материал и в соответствии с краевым законом передаются в администрацию для принятия решения по существу. В случае, если вас укусила собака, необходимо обратиться в полицию. Владельца агрессивного пса ждет наказание вплоть до уголовного. А тем, кто пренебрегает правилами выгула собак, могут выписать штраф. Кстати, участники рейда напоминают, выгуливать четвероногих друзей на пляже также категорически запрещено. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.